Министерство здравоохранения ждет нового руководителя. Нынешний глава ведомства Алексей Данилов покидает свой пост. Чиновник заявил, что уже написал заявление об увольнении, и 17 июля его подпишут. Министерство здравоохранения Алексей Данилов возглавлял 3 года, а до этого трудился в должности заместителя председателя правительства Саратовской области. Куда переходит чиновник, пока неизвестно. Также еще не решен вопрос о том, кто заменит Данилова на посту министра здравоохранения. Пока исполнять обязанности главы ведомства будет первый замминистра Жанна Никулина.